Всем привет! Вы на канале Виталий Плейс, и в этом видео вы увидите, как бросать сковородку, серп, мачете в соперника, как перебрасывать друг другу аптечки, бусты, а также узнаете примерную дату появления этих функций на мобильных устройствах. Поехали! Ну что же, казалось, что все уже говорят о том, что игра PUBG мобильная и компьютерная умирает, что ничего нового нету, как разработчики решили нас удивить в пятом сезоне Royal Pass, ну, в пятом сезоне компьютерного PUBG, они добавили функцию, позволяющую игрокам бросать товарищам по команде запрошенные предметы, то есть вы можете бросить бусты, аптечку, бинты, болики. Предельная дальность броска предмета будет составлять 15 метров. Но нужно учитывать то, что вы там бежите или в труднодоступных местах, если находитесь, то вам не смогут ваши тиммейты пробросить предмет. И вот предметы, брошенные вам другим игроком, сразу попадают в ваш рюкзак. То есть, если места у вас в рюкзаке нету, они будут просто валяться на земле, а если есть, то, естественно, сразу попадают к вам в рюкзак. Также теперь мы сможем использовать холодное оружие в качестве метательного, чтобы убивать наших соперников, что, на мой взгляд, очень круто. Холодное оружие теперь хранится в рюкзаке, что позволит нам носить его по несколько штук. То есть мы можем носить пару сковородок, пару мачете. Но, ребята, теперь будет два вида урона, наносимого метательным оружием. Они делятся вот так вот. Мачете, лом и серп и отдельно сковорода. Мачете, лом и серп. Предельная дальность броска будет 40 метров, и наносимый урон понижается с 75 до 25 в зависимости от дистанции. Ну, я думаю, понятно, чем ближе, тем больше урон. А сковорода, предельная дальность броска ниже, чем у остального оружия, естественно, и она составляет всего 30 метров. Но диапазон урона составляет от 90 до 40 в зависимости от дистанции. Вот так вот. Наибольший урон наносится на расстоянии до 15 метров. На расстоянии от 15 до 30 метров урон постепенно будет снижаться. Но на расстоянии до 15 метров брошенным оружием можно убить игрока без шлема единственным попаданием в голову. Так что это будет очень веселое нововведение. Также, как вы видите, появятся вот такие вот игровые автоматы на карте Мирамар, где можно будет выиграть не один, не два, а там 8-10 бустов разных. Но минус этого автомата в том, что он создает звук. И если по нему пострелять, срабатывает сигнализация, и обязательно в это место сбегутся все ваши противники, чтобы вас развалить. Но все-таки это будет тоже очень классное нововведение, так как мы будем знать, где всегда найти парочку бустов и энергетиков. Еще одним нововведением стало то, что теперь у нас появится единственная в игре снайперская винтовка со встроенным 2,7-кратным прицелом. Это будет Win-94, которая, на мой взгляд, была самая бесполезная снайперка в игре, но теперь все игроки абсолютно поменяют свои мнения о ней. Ну и главное, почему я решил сделать это видео, это, естественно, дата. Дата, когда это все появится у нас на мобильных устройствах. Хочу вас огорчить, появится это примерно после Нового года, потому что вы видите, что 23-29 на приставка теперь от компьютера будет отставать всего на 6 дней. То есть потом через месяц, я думаю, появится это все в Китае.
И через месяц или два после Китая это появится только у нас, то есть в январе-феврале. Напишите в комментариях, хотели бы вы такое нововведение на мобилах и как вы относитесь к этому. Также на компе будет вот такой вот золотой Мирадо, он будет единственный на всю карту Мирамар. Надеюсь, вам понравился данный выпуск, вы оцените его лайком, подпишитесь на канал, а также нажмете в колокольчик, чтобы не пропустить еще больше крутых видосов. Всем пока!